Всем привет! Сидим вот сейчас, ужин ждем. Ужин у нас чисто по звонку. Должен колокольчик прозвонить. Но здесь другое. У нас есть здесь бар. Вот бар перед нами. Он должен работать с 10 часов. О, колокольчик. Это значит все, ужин. Вот, все пошли на ужин. А бар должен с 10 часов работать, но 10 часов ты придешь, они скажут, не-не, бар закрыт с 12. В 12 придешь, не-не, обед начался, нам некогда. Ну, в общем, кое-как они там, может быть, налил стакан. Если второй налили, это все, уже хана. А третий, ребят, это все, уже начинается у них представление. Не наливать, ничего, вы у нас много выпиваете и т.д. и т.п. Нет, ну сам по колокольчику. Ну, я, ну да, видел, только что был колокольчик. Позвонили, колокольчик, и берут коровы. Это жесть, это как по колокольчику людей. Я в шоке, я просто в шоке. Колокольчик, он нажал, звонил. Ну, в общем, сейчас ужин начался. Я вообще, так, ладно. Вот наш еще велик стоит, мы взяли в прокат, пристегнули. Правда, в темноте он тут. Вот наш кошак еще лежит. Для двоих. Тандем называется. В общем, сейчас будем вечером поедем, но я не знаю, как мой пассажир готов ехать-то. Пассажир тут один, который снимает. Ага, так, ладно, все тогда. Так, ну все, пока.